Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить говяжий язык. Готовим говяжий язык. Для этого нам нужно язык, лук репчатый, черный перец, лавровый лист, вода. В кастрюлю все это кладем. Заливаем водой. Доливаем еще воды. И ставим на огонь вариться. Как только закипит, убираем пенку, если есть. Уменьшаем огонь и варим 2 часа. Язык готов. Добавляем соль. И варим еще 15 минут. Язык готов. Достаем и кладем в холодную воду. И начинаем начинаем. Почистили. Даем чуть-чуть остыть. Готовим соус для языка. Для этого нам понадобится томатная паста, пожитник, базилик, паприка и соль. Все добавили, перемешиваем и смазываем язык. Кладем в форму для запекания и отправляем в духовку на полчаса. Язык готов. Даем чуть-чуть остыть
и подаем к столу. Его можно подавать и в горячем виде, и в холодном. Сервируем наш язык. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!